педагог, нейропсихолог, родилась на Урале, в Оренбурге. И я являюсь третьим человеком, как я уже сказала, в педагогической такой династии. Первый был мой дедушка, который был учителем башкирского и татарского языков. Мама моя была учителем русского языка, литературы и истории. Я уже учитель географии и биологии, следующая у меня профессия – это журналистика. Потом уже я пришла к нейропсихологии. Как педагог я была заинтересована в эффективности моей деятельности. Мне хотелось понять, почему у некоторых получается одно, у других вот, ну, никак не идет. И, конечно же, мне в этом помогла нейропсихология. Потому что знать глубинные процессы, происходящие в мозге, они, вот эти знания дают объяснение, что происходит, вот почему происходят, возникают такие проблемы. И сейчас, раз уж вот такая тема, естественно, я не могла не подвергнуть анализу такой этнический компонент, как воспитание в казахских семьях, и как это влияет на мозг. Первое, значит, о чем хотелось бы сказать, что сегодня уже об этом говорилось, что общий анализ казахских литературных памятников и известных всем, и Абай, и народных, устное народное творчество, и там и Гашек Намэй, Батырларжер и многие другие, они все косвенно, но касаются воспитания. Обязательно. Вот, касается взаимоотношений в семье. И вот такой вот, ну, негласный сказать, но это уже озвученный, получается, кодекс чести об отношении к собственному народу, к своему роду, к собственному народу и отчизне. И защите, и приумножении благ отчизны в том числе. И, ну, и любви, раз уж Гашек Намэй, это... История о любви. На многое повлиял кочевой образ жизни наших предков. И это, конечно же, каким образом? Казахи очень рациональный народ, практичный и рациональный. И рациональность прослеживается во всем. В быту, в языке, в кухне и так далее. Касается всего. Как это повлияло на язык? Вот мы сегодня как раз говорим о языке, и это мой конек, наверное, потому что я в третьем поколении лингвист. Как это повлияло на язык? Это философский язык. Очень много он содержит идиом. То есть, не зная предыстории там, какой-то фразы или какого-то слова, иногда можно не понять скрытый смысл этих слов. И как воспитывали в казахских семьях? Никогда я не помню, чтобы читали большие нотации или говорили, как надо делать, вот подробно. Никто подробно не говорит. Ребенок должен догадаться, наблюдать. Обязательное условие он должен наблюдать. Вот наблюдение за старшими, подражание ему, это как бы приветствовалось. И поддерживалась вот в детях. И вот когда дети помогают родителям или взрослым, старшим в семье, это может быть старший брат, и обязательно иерархия соблюдения обязательно. То есть старший брат, он никогда там не будет называться на равных, это всегда ага или дядя. И вот это вот поддерживание уважения наблюдается вот в чем. Допустим, благодарить ребенка это не просто благодарность. Это обязательно говорят «бахтабол», «будь счастлив», то есть «место спасибо», или «зорос», «расти большой». Это часто вместо «спасибо», сухое «спасибо» это можно между взрослыми, а детям именно вот такое благословение и напутствие. И отдельное еще благословение, то есть старший человек в роду или кто-то даже в гости он может дать благословение младшим. И младший из уст слышит большое благословение, что он должен сделать, каким он должен стать. И вот в этих словах очень много всего, такого вот, такой посыл на будущее. Что еще? Вот, к сожалению, современные мамы, они грешат красноречием. Они все очень грамотные, очень много знают и начинают многослойно, подробно рассказывать. И причем их речь, она обязательно вот переходит из одной, они мечутся. Что было у казахов? У казахов было прямое, линейное, допустим, сказано было прямое, линейное обращение.
То есть это коротко, что последовательность надо сделать. И в нейропсихологии как раз и говорится, именно вот такое линейная передача информации без всяких витиеватостей, она, оказывается, быстрее доходит до мозга ребенка, до сознания, да, и он лучше понимает то, что говорит взрослый. А вот это вот, что, к чему приводит вот, такая вот такое витиеватое послание взрослого человека? Это приводит к тому, что ребенок уже все теряет внимание, потому что на первых вот этих вот ветках рассказа он уже теряет внимание, то речь родителей становится для него белым шумом, и он начинает игнорировать то, что говорит. А потом, если этим грешит родитель, он привыкает не слышать то, что к нему говорят, к нему обращается. И ребенок уже в дошкольном возрасте, когда вот мама вот так вот назидательно долго говорит, он уже привыкает к тому, что не слушает, и неподготовленный приходит в школу. То есть первое, чему должен научиться ребенок, я, кстати, занималась еще и ранним развитием, первое, что должен научиться ребенок в дошкольном возрасте, это научиться слышать и слушать. Mm-hmm. Слышать то, что ему говорят. Далее. Что ребенок наблюдал в казахской семье? Это обязательно всегда большие собрания, большие мероприятия, праздники или печальные события, но это всегда очень много родственников. Это большой клан, собирается родственники, родственники родственников, знакомые, соседи и так далее, набирается очень большое количество людей. И никогда, как мне однажды сказали, ну, конечно, у вас там как-то воспитывают, чтобы слушались младших. Я говорю, нас никто не воспитывает. Ну, а как же они тогда как-то принимают? Я говорю, у нас просто это примером. Допустим, большое собрание. Средний возраст обязательно обслуживает это мероприятие. Он обращается с уважением к старшим. Дети в это время все это наблюдают и в себя впитывают. Видит все. Видит все, впитывает. Потом потихонечку родители начинают вводить вот в это все действо и младших, подбадривая, расхваливая. И они, естественно, вот это вот уже начинают участвовать в этом и понимают, что вот к старшим надо относиться именно так, вот обращаться только так. И вот это вот как бы вот идет воспитание в среде через деятельность. Через деятельность и вот во время наблюдения. Так, чтобы не потерять последовательность. Ну и когда-то у нас есть очень хорошая такая пословица «Гумур дирен тигамиш», то есть жизнь – это колесо. И каждый знает, что когда-то вот это будет меняться, это поколение, и все меняются друг за другом. Да? То есть вот это, ну, очень много, почему философски? Вот, пожалуйста, два слова всего. Жизнь, колесо. Но какой смысл в этих словах, да? То есть каждый понимает, и каждый понимает, что он всего лишь какой-то, какая-то частичка вот в этом гигантском вращении. Да, в гигантском этом вращении. Однажды я участвовала там в одном таком психологическом мероприятии, и человек говорит, ну а давайте вот представим, ну мысленно представьте себя через 5 лет, через 10 лет, мы представляли, и вдруг через 100 лет и 1000, и ты чувствуешь, вот ты просто вот, может быть, даже тебя и точки нет. То есть одна точка светлее, другая просто ее не видно. Вот в этом гигантском вращении. Я сразу вспомнила вот эту пословицу. Ну и так было еще, когда изучал жизнь и быт казахов народной степи Владимир фон Герн. Так было в моем детстве. Но сейчас, что я хочу сказать, сейчас уже меняется многое. Почему? Потому что если мы все проживали каждый на своей территории, да, каждый в своем социуме, и мы хранили вот эти традиции. Почему я очень с болью всегда говорю, что нельзя было допустить разрушение деревень. Угу. Потому что деревня – это хранительница, это просто вот тот сундучок, в котором хранится самое ценное. К сожалению, мы теряем вот это самое ценное, и любая деревня. Будь то татарская деревня, кстати, вот Гайрахметович как раз говорил, что
вот все в селах, в деревнях все хранилось, будь ли то азербайджанское, украинское, неважно. А в каждой деревне это хранительница. Этого народного. Да, каждого народа. К сожалению, это моя большая боль на самом деле, что вот деревня разрушена. Вот в том виде сейчас этого нет, и то, что сейчас есть, оставляет только вот очень большую печаль. Очень интересно наблюдать, как вот эти вот из деревни приезжают в города, и как и меняются они, и как меняются города. Вот, я и хочу сказать, что меняются люди, теряют свои корни. То они есть, они уже теряют свои корни. Многие, вот, ну, язык уже забывается, уже традиции какие-то не соблюдаются. Вот. И ну, следующий такой вопрос я хотела бы затронуть про билингвальных детей. Это моя любимая тоже тема, потому что ко мне обращаются, и несколько раз так обращались, прям с такой немножечко вот прям просьбой. Поругайте моих детей, запретите говорить на втором языке. Там, допустим, билингвальная семья, папа немец, мама русская, или папа итальянец, мама русская. Я, дедушка с бабушкой прям так воинственно настроены, говорят, вот запретите им. Я говорю, я не могу. Почему? А потому что я сама билингвальный человек. Я с рождения говорила на двух языках. Я всегда и слышала третий и четвертый язык. И я хочу сказать, что один другому языку, один язык другому не мешает этому ребенку. Почему? Как происходит вот это молодежи, которые иногда не хотят изучать свой, говорить с детьми на своем языке, чтобы не мешать ребенку, когда-нибудь он свой язык выучит. Почему я против? Я говорю, это одно другому не мешает. Оказывается, вот когда ребенок слышит речь, у него формируется в мозге матрица восприятия. На каждый язык, удивительно, на каждый язык строится своя матрица. И они друг с другом не пересекаются. Я этим... До 6,5 лет. Не пересекаются. Это очень важно с методической точки зрения. Я хочу сказать, я вот этим дедушке и бабушке говорю, посмотрите на меня, разве это могло как-то на меня повлиять? То, что я говорю на двух языках, я мало того, я говорю на немецком, я понимаю идиш. И это мне никак не мешает абсолютно в жизни. Наоборот, я думаю, что где-то наоборот, мне это помогает, и это помогает мне чувствовать, почему я вам сказала, говорю, человек мира. Мне это помогает чувствовать частью огромного мира. Я чувствую себя частью огромного тюркского мира. Я себя, так как я хорошо говорю на русском, я хорошо понимаю украинский, я пою на украинские песни, я считаю частью и этого мира себя. Так как я говорю на немецком, я чувствую, то есть понимаю прекрасно, о чем говорят люди. И видишь, я плачу над украинскими песнями, которые поются на идиш. Поэтому я частью и этого мира себя чувствую. Я не могу сказать, что я только казашка. Нет, ну как-то вот, наверное, знание языков дает вот такое большее ощущение. Но тут еще у вас от природы, понимаете, способность изучения языков. Вот все, любое общество вы будете раскладывать, да, вот с ребятами работаете, кого-то тянет на математику, кого-то тянет на химию, биологию. Кого-то на языке, вот вы язык у вас от природы. И я хочу сказать, что вот как происходит исследование языка вот ребенком, да, то есть он исследует звуки, и какая проблема сейчас в современное, вот наше время, да, с появлением гаджетов. Мама качает или кормит ребенка, сама проверяет соцсети. Ребенку нужен взгляд глаза в глаза. Почему сейчас очень много аутистов появилось? Потому что я считаю, что я точно убеждена, и я с этим работала, я работала с семьями, я убеждена, что в этом виновата материнская депривация, когда мама не контактирует с ребенком, или мама нанимает с рождения няню, которая не является родным человеком, она не будет смотреть этому ребенку в глаза. Ну, как хорошая няня смотрит, а допустим, а ребенок в это время, он до 2 месяцев ждет взгляд,
ждет взгляд мамы до 2 месяцев, в 2 месяца уже начинают диагностировать аутизм. Да. Это говорит о многом. Да. Проводили эксперимент, сделали, значит, суррогатную мать. Для обезьян макакерезус, 2 суррогатные матери. Одна была с бутылкой соской, а другая с грелкой. Дети быстренько, детеныши макак, да, быстренько высосали это молоко и побежали греться. Они сидели на этой грелке. То есть ребенку нужно тепло, любовь, ласка. Накормить его можно с бутылки. Когда они вот выращены вот таким образом, когда их отправили в стаю, да, макак. А макак, они сидели, раскачиваясь так, как себя ведут дети аутисты. И никак ни с кем, ни на кого не смотрели, не общались. Поэтому вот материнская инстинкт, любовь, общение с ребенком, начиная с рождения, сейчас очень важно. Я каждый раз вот родителям это говорю. Общение обязательно. Так, и следующее. В первом круге, вот такой вот вопрос, кто является в первом круге? Бабушки, дедушки, родители, няни, воспитатели, кто-то, педагоги, братья и сестры. Братья и сестры, верно. Так вот, вот первый круг. Это самые значимые люди, которые влияют на ребенка. Семья, она учит не только общению, но и дает много знаний. Например, я помню себя в детстве. Приезжаю в отпуск дядя мой. Дядя, он инженер-геолог. Работал в экспедиции, научной экспедиции в Монголии, пустыню Гоби исследовал. Тетя, инженер-программист, дядя, инженер-металлург, мама, учитель русского языка и литературы, дедушка, он получается, и был учителем, потом он стал партийным деятелем, это высшая партшкола и так далее. Потом, значит, тетя, химик-технолог, вот они собираются. Между ними, естественно, они о чем-то говорят. Вот эти разговоры для меня имели очень большое значение, потому что говорилось обо всем. Это история, это культура, это искусство, это что-то еще. Я так сидела, я помню, вот как ты сидишь, что-то ты понимаешь, что-то ты недопонял, и бежишь в библиотеку. За книгами. Среда влияет на ребенка. Вот это была рефлексия. Я рефлексировала на эти разговоры. И очень важно, кто окружает ребенка. Среда. Какая среда? Вот эта среда, она очень сильно влияет на ребенка. Вот эта рефлексия заставляла меня бежать, искать в источниках что-то вот на эту тему. Да? И вот создание среды меня сподвигло. Вот эта идея, вот воспоминания о своем детстве меня сподвигло к следующему. Я вот сейчас создаю интеллектуальный семейный клуб, так что я приглашаю, если кто-то есть у вас с маленькими детьми, говорите, сообщайте. Я готова, я всех приглашаю. Я хочу объединить умных детей и осознанных родителей. Почему умных детей? Я читала в источниках, значит, в наших психологических источниках пишут, значит, что дети из неблагополучных семей плохо социализируются. Мой жизненный опыт подсказывает, что это совершенно не так. Дети из неблагополучных семей находят себе подобных и просто в такой спайке потом готовы идти на любые подвиги. Плохо социализируются дети из благополучных семей, умные дети. Им тяжело иногда. Они подвергаются буллингу, хейту и так далее, как новые слова, а на самом деле агрессии. Они подвергаются агрессии. Хочу как раз объединять, чтобы родители стали той интеллектуальной средой, как вот какими стали для меня мои родственники. Вот той интеллектуальной средой. Мне говорят, у нас мало родственников. Я говорю, не надо. Ищите единомышленников родителей. Вот нам надо создавать интеллектуальную среду и эту идею распространять дальше. Чем больше мы будем объединять вот таких вот умных детей,
тем больше, я думаю, пользы и для всего Отечества нашего. Я хотела 2-3 слова сказать по поводу, помните, вы говорите в начале о линейности, да, когда линейность – это в вашей культуре возможно, да, немногословие такое, очень четкое какое-то задача, формулирование, да, задача воспитательной, как бы это лучше, да, а многослойность, верно, да, вот вы сказали такая, она может немножечко уводить, как бы, ребенка, вот решение задачи. Он не воспринимает точно, да, но, знаете ли, тут есть исследования разные, потому что, с одной стороны, безусловно, не следует увлекаться такой многословностью, с другой стороны, в начале при развитии ребенка ведь основные доминанты – это невербальное, да, выражение лица и интонация, а не то, что говорит мама, может, смысл многих не понимать. Однако, с другой стороны, постепенное наращивание вот такой лексики, да, и разноаспектности в разговоре позволяет лучше развивать дивергентное мышление, потому что конвергентное такое линейное, правда? Да, вот. Постепенно, тогда именно так, и я так и поняла. Ну, все-таки хотела вот такое уточнение. Вот, потому что постепенно восприятие должно усложняться, и нейросеть развиваться. Да. Дело в том, что вот все народы, которые вели и ведут кочевой образ жизни, для них характерно именно это, о чем вот говорилось. Я это наблюдаю у современных народов, которые ведут кочевой образ жизни, ну, коренные малочисленные народы Севера. Действительно, там очень мало слов, и все ребенок наблюдает за деятельностью. Я захожу в этот чум, сидит такая кроха, они все малорослые, в отличие от меня, а такая кроха сидит, вот такая вот, держит вот такой вот нож и эту вот струганину, рыбу режет. А, вот. То есть там вообще эта культура их, они даже взрослые друг с другом общаются, очень коротко. Что в вашей культуре, да? А вот другое дело, что лексический запас тоже должен быть. Я это сразу и обратила на это внимание, да? И важно понять специфику тогда образа жизни. Конечно, в современной культуре, когда вербальный интеллект снижается, вербальный интеллект снижается. И юные дарования уже не могут расшифровывать иногда метафоры, да, и мы это видим, да, очень трудно вербализовать мысль какую-то. Вот здесь, конечно, очень хорошо понимать, что постепенно нужно ребенка вовлекать в расширение и многообразие лексического запаса. Я ведь не в противоречии говорю сейчас, да? Но развитие речи в нас, у нашего народа, и я думаю, что у всего тюркского мира, оно похоже, всегда ценился человек, который владел речью, владел словом. Красноязычие это обязательно. Любой человек, и сейчас мы видим, да, любой успешный человек, это обязательно тот, который умеет донести мысль, донести свои намерения. Очень коротко, донести. Да, мысль. Очень коротко и донести мысль и намерения. Очень тонко мысль. Да. Совершенно верно. Спасибо, коллеги. Спасибо.